Всем привет, приветики, канал АИКТВ, с вами Павел и мой лучший друг Мистер Кит. Ребята, мы продолжаем играть в игру Лыжница, Красавица или Лыжница, Звезда. Звезда, супер-пупер, звезда. Итак, продолжим. Давайте заглянем в магазин и поменяем одежду, Мистер Кит. Девочки любят наряжаться. Итак, давай выберем новый какой-нибудь костюм. Ой, а почему ее снова зовут Эмма? Что-то изменилось? Ну ладно, не будем изменять. Давай выберем костюмчик какой-нибудь красивый. Мне вот эта курточка нравится. Мне все-таки составь ее. Так, теперь выбери штанишки. Ой, какие? А вот эти пойду. Какие-нибудь штанишки. Вот ну, вот эти, может быть. Ну, в принципе, неплохие. Хорошие. Теперь ботинки, сапожки. Смотри, есть фиолетовые какие сапожки. Отлично. Чуньки. А нам надо выбрать шапочку. Ну как же? На улице же холодно. Без шапочки нельзя никак. Хорошо, скоро. Дэйв нам предлагает потренироваться. Попрыгать. Отлично. Давай выберем шапочку. Давай вот такую. Или такую. Ну, вообще-то мне не очень нравится. Вот это давай шапочка, ей больше подходит этой Эмми. Ну, конечно, мы назвали ее в том видео Айка ТВ, но, видать, ей не понравилось, Мистер Кис, поэтому она снова себя переименовала в Эмму. Надо что-то посмотреть, разобраться, почему так произошло-то. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ, будьте в курсе новых серий игры «Девочка-красавица». Девочка-красавица, лыжница, суперзвезда, точно. Итак, соревнования по прыжкам с трамплина. Так, ты готова? Я готова. Итак, вперед. Вперед, Мистер Кис, не торопись, не торопись, не торопись, не торопись. Да, молодец. Превосходно. Чуть-чуть наклонись. Нормально, нормально, отлично. Хорошо, мы приземлились. Очень хорошо, Мистер Кис. Ты просто молодец. Ты видел, какой я молодец? Великолепно. Получаем звездочки. Вау! 134 метра. Вот это да, ребята! Вы посмотрите, 134 метра. Да. Мистер Кис, ты просто мастер. Отлично. Это победа. Так, следующий, второй прыжок на средней горке. На среднем трамплине. Какая горка? Ну что я говорю? Да, что ты? Ну извините меня, ребят. Не надо говориться. На старт. Внимание. Поехали. Поехали. Да, набираем скорость. Толчок. Так, пока великолепно. Так, 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 наклонись, наклонись, Мистер Кис, мы сейчас упадем. Ой. Упали, ну что же такое? Такой хороший был прыжок, ну надо было немножко горизонтальнее держать к поверхности. То есть я так понял, что нам надо как-то, ну, под каким-то таким определенным углом держать к поверхности горки, я даже не знаю. Так, следующий прыжок с самой большой горки, я так понял, да, Мистер Кис? Ну да. Да, самая большая горка. Трамплин! Горка! Так, 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 так. Ой! Что-то не то! Ужас, ужас, ужас! Что-то пошло не так, ребята. Ну, такое бывает. Это же спорт. Да, жалко. Жалко, жалко. Только один прыжок нам засчитали. 134 метра. Очень жалко. Ну, давайте посмотрим таблицу рекордов. Игра нам покажет или нет? Да, показывает. Мы на каком месте? О, на 92-м месте. Ну что, ну ничего страшного, бывает. Итак, мы идем в кафе. Перекусить. Нам надо позавтракать. Я тоже заборчал, я хочу поесть. Так, что мы будем кушать, Мистер Кис? Ну, кашу мы уже ели вчера. Давай покушаем салатик какой-нибудь. А, давай порежем его. Да-да, режем ножом салатик, да. Мы и будем вот для Эми готовить салат овощной. Так, надо салат-то еще помочь. Что-то положить. А, сыр мы будем тереть. Неплохо. А что еще? Это какой-то соус? Да.
Может быть, это сливки. Положим немножко лука, много не надо. Помидорчик положи, огурец. Огурец. А, помидор. Хорошо, Павел. Еще. Еще. Нет, ну хватит, наверное. Хватит лука. Ну не надо лука столько много. Чуть-чуть положи лука. Хватит, я думаю. Отлично, пускай она кушает. Спокойно. Ой, какая красивая у нас Эмма. Ты посмотри, ребята, поставьте Эмме лайк. Ребята, обязательно поставьте. Так, получили звездочки за выполненное задание. Давай покушаем банан. Дай ей банан. Вначале надо его очистить. Хорошо. Очищай бананчик. Какой вкусный, ну-ка. Спелый банан. Еще, да, очищай его. О, кушай, Эмма, кушай. Нам надо подкрепиться. Так, отлично. Что ты еще хочешь? Кофе? Это, наверное, горячий шоколад, скорее всего, мистер Кис. Это не кофе. Ну-ка. Ага. Нальем горячий шоколад. Так, отлично. И добавим немножко сливок. Каких ты хочешь сливок давать? Желтых? Ну, давай. И украсим орешками. Фисташки тут разные есть орешки. Кешью, еще что-то там были за орехи. Пекан, по-моему, был орех. А ты знаешь, что такое орех пекан? Да, я ел, по-моему. Пробовал, да? Да. Отлично. Ну да, это какой-то горячий все-таки шоколад. Это никакой не кофе. Нет, ну кофе что, не хватит? А вот шоколад. Отправляемся дальше. А дальше? Мы же падали, мистер Кис. Нам надо зайти в поликлинику. Обязательно. И да, и да, что-то сделать с нами. Давай сначала просканируем все тело Эммы. Я же говорил, вот она плохо себя чувствовала. У нее сломалось ребро. Его надо починить. Давай собираем его. Ее ребро. Эмма. Ее ребро. А, отлично. Ну, давай, да. Правильно делаешь. Я да, быстро. Мы собираем. Это ну, с ней все в порядке практически. Осталось помазать мазью. А, укол сделать? А. Я-то не знаю, как надо лечить, я же не доктор. Ой, я тоже ты не все знаешь, мистер Кис, так сделали укольчик. Что делать дальше? Противостал на голову холодный лед. Приложим, чтобы не голова не болела. Чтобы она хорошо соображала. Соображала. Так, помажем раны. А, ты хочешь вначале обработать спреем? Ну давай, обработаем, ну, потом да. Мазью помажем раны. Чуть-чуть. Вот у нас даже есть палочка. Ага, специальная, наконец-то. С помощью которой можно нанести мазь. Ой, ну нормально, ты не плачь, Эмма, ну все нормально. Мистер Кит, почему она плачет? Ну, она боится что-то? Больно. Померь ей температуру. Температуру? Ну возьми градусник и померь ей температуру, дай в рот ей. Ты меня учишь, в ротик, открой ротик. Ну, температура нормальная. Ну да. И послушаем тебя, сердце твое. Ну все в норме, все хорошо, три звездочки. Здорово. Так что не переживай, вот съешь вот эту таблеточку, да. Тебе будет лучше, запей водичкой. Ну как? Ха-ха. Она как новенькая, мистер Кис. Поцелуйчики нам дает. И тебе спасибо, Эмма. Да. Ну что, мистер Кис, куда мы дальше отправимся? Дальше что нас дальше ждет? Навязаться. Дальше нас ждет магазин, нам надо переодеться. Да. Мы же... Кто? Мы лыжницы. Суперзвезда. Ну да. Лыжница красавец. О, жилетик какой классный. Давай его возьмем, мистер Кис. Ну, да, ну, в принципе, давай. Ничего нам уже и менять-то не надо. Вообще классный. Классный жилетик. Не, ну... Очень красивый. Еще надо поменять. Штанишки-то хочешь другие выбрать. Да. Ну давай вот эти. Вау. Отлично. И эти потеплее штанишки. Потеплее. И ботинки поменяем, да? Ну давай. Другие в принципе, видите, нормальные были. Ну давай другие выберем ботинки. Вот эти. Да, вот эти чуни. Отлично. Шапочку поменять ты хочешь? Не, шапку не буду. Шапочка-то нормальная у нас. Ну тут хороший, по-моему, больше нет. Ничего такого другого я не жду. Да, я согласен, шапку. Да, я с тобой так. Она говорю. Самая красивая. Да. А. Ой, какая красавица. Точно, шарфик надо. А то у нее грудь голая, шея голая. Надо прикрыть себя. Вау, да. Молодец. Молодец, мистер Кис. Самый лучший шарф, который выбрал. Можно было, конечно, розовый еще выбрать. Хитрый ты какой. Великолепно. Отличненько. Итак, я думаю, что можно отправиться дальше на соревнования. Нет, прихватить. Не хочешь соревноваться, ты отправился? Нет.
парикмахерскую? Мы приводим точно. В порядок. Нам надо сделать что-то со своей прической. Смотри, все волосы распустились. Я думаю, что надо взять ножницы и чуть-чуть отстричь вот эти... Подстричь ее, лишние локоны срезать. Да. Отлично. Которые... А, молодец. Дальше что мы будем? Мыть голову обязательно. Конечно. Обязательно надо помыть голову Эми. И наносим шампунь. Я все знаю, Павел. Я знаю. Ага. Я специалист. Теперь надо все это смыть. Ну и, наверное, феном все это посушить. Волосы-то у меня длинные. Да. Конечно. Они короткие, как у меня, да? Мои волосы можно не сушить. Так, накрутим бигуди. Вот так. Вау, как здорово. Я, правда, никогда не видел, как это делается, но вот сейчас ты мне показываешь это, мистер Кис. А это что такое? Сушилка. Что? А это сушка для волос? Да. А я думаю, какой-то скафандр. Так, сделаем прическу. Нам надо какую-то... Нет, мы короткую прическу не будем делать. Зачем? Они красивые длинные волосы. Не. Кис, давай длинную. Класс. Это то, что нужно, Эми, смотри. Вау, круто. Так, отправляемся теперь в спа. И нам надо что-то сделать с ее прыщами. Прыщами? Ты видишь? Будем лечить? Прыщи на лице. Так. Очищающий лосьоном нанесем. На лицо. Нанесем на лицо. Помоем. Смоем водичкой, да. Он чуть-чуть как бы размягчил кожу, снял верхнюю грязь, ну, как какую-то грязь, которая на лице. Понятно, не обидно. Теперь давай, что мы сделаем, масочку? Ну, давай. Собирай вот эти звездочки и будем делать маску. Ну, хорошо. Наносить на лицо. Угу. Отлично. Огурчики положи. Огурчики? Давай, клади огурчик на глазки. Да, вот так вот. Ну все, время прошло. Маска свое дело сделала. Эми стала просто великолепной. Давай все это помоем. Давай. Но прыщи не проходят. Надо что-то делать с прыщами. Я даже не знаю, мистер Кис. Что нам играть? Вот она, это добилка прыщей. Давай. Удалим. Да, удалим все прыщики. Конечно, это больно, как ты хотела. Все, выдавили. Теперь надо помазать специальным кремом, чтобы не было загноения, заражения. Хорошо. Ага, дезинфицировать, правильно ты сказал. Дезинфицировать. Вау, классно. Теперь нам надо маленький компрессик на носик. Чтобы не было угрей. Ага, все отлично, вокруг компрессик нос. Свое дело сделал. Чтобы не было угрей. Да, я сказал уже. А это что такое? Это маска, надо подышать воздухом. Маска? Не так. Нет, бротик направить. Во. Отлично. Теперь, что мы будем делать? Это что убираем. За приспособление? Нет, сейчас теперь будем... Это массажирует или подстригает ресницы? Я не знаю, равняет их. Наверное, все-таки равняет. Это какая-то специальная бритва. Я точно не знаю. Девочки, кто смотрит наш канал, убираем кто мистушки. Смотрит игру. Лузница-красавица, расскажите, что это было, что это за инструмент. Пудрый. Который жужжал около ресниц. То есть им это подстригает ресницы или что-то массирует вокруг глаз? Мы да, расскажите. Мальчики, мы не знаем. Напишите нам, пожалуйста, комментарии. Ну да, так. Конечно, девчонка, отлично. Пишите давай. Отлично. Ой, смотри, какое лицо стало красивое у Эммы. Все. Молодец, она на все 100 монет, на 100 звездочек. Прекрасно выглядит. Ну, теперь можно идти, правда, на соревнования. Да какие соревнования? Не будет какие-то майкап сейчас будут. А, ты хочешь делать майкап, мистер да. Кис? Ну, давай. Соревнования. Это как он называется, мистер Кис, скажи мне. Что ты делаешь? Я веки крашу. Как? Тени наносишь? Да, тени. Вот это да. А ты-то откуда знаешь? Ты видел? Вот, мистер Кис, где-то что-то видел. Ну-ка. Вау. Понял. Вот это да. Девчонки. Ребята, вам тоже будет интересно посмотреть, как девочки ухаживают за собой. Да. Да. Потом будете знать. Нет, а зачем ты этим? Да было вот красиво так, а тебе все испортил. Давай обратно исправляй. Нет, там что-то еще. Да. Ну так что ли? Отлично.
Нет, ну хватит это тени, как ты их назвал. Так, а это что делает? Рисует? Подводит глазки. А, подводит стрелочки, да? Да. Ой. Как же ты все во всем этом разбираешься? Вот это вот да. Да она просто красавица. Давай накрасим. Ресницы. Да, ресницы. Ой, вау, 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 вау. Крутотень, крутотень. Я просто в шоке. Мистер Кис, как ты во всем этом разбираешься? Я это чуть-чуть видел и подглядывал. Это губная помада. А какую выбрать? Давай красивый. Выберем какую-нибудь фиолетовую. Розовую. Ну, а чего? Ну, мне кажется, что здесь розовая помадка не совсем подходит. Мы тогда потемнее надо что-то? Нет, 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 не подходит. Вот это. Давай вот что-то потемнее. Да, во. Во, вот эта помада, мне кажется, подходит. Еще там нарисуй, там чуть-чуть ни с губы не докрасил. Ты что? Тут девочки будут смотреть, скажут, ну вы что делаете? А это что? Это, по-моему, блеск для губ. Да. Нет, ну давай не будем. Хорошо, как скажешь. Обратно придется красить. Ладно, не надо. Она и так очень красивая. Да, так, это что, это румяна? Давай выберем тоже какие-нибудь такие. Вау. Ой. Слушай, это что-то. Это украшение. Слушай, прямо сейчас можно отправляться на дискотеку. А, на пати. Это будет обязательно у нас. Точно. Но в следующем видео. В следующем видео. Наша Эми пойдет на дискотеку. У ней будет пати и будет знакомство. Но это будет в следующей серии, ребята. Вот пати и вот дискотека. Но это вы увидите, ребята, в следующей серии. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал АйПТВ. Всем пока-пока, до скорых встреч. С вами был Павел и мой лучший друг Мистер Кис. Он любит лайки. Не забывайте им поставить лайк. Лайк. Девочка, ты поставила лайк?